Не начинай с головы, я ведь легко могу забыть, где то, что вы ищете. Полегчало? Half-Life 3. Так и не вышел. Игроки все же обратились к тебе. Я и не подозревал. А ты, оказывается, еще тот геймер. Знаешь, вы меня почти убедили, что Гейб — это ты. Но брони таких размеров не существует. Где халва? Парни из Вальвы хотели сказать новое слово в жанре, как это было с играми про тебя. Халва от этого еще ценнее. Без нее они ничто. Так они ничего. Не изменят. Они изобрели новый геймпад. Ну конечно, давай еще Steam AS вспомни. Если не будет намеков на халву, кому-то будет дело до их анонсов? Нет, нет. Нет. Нет, халва. Халва — это ваше... Все. Вальвы подарили миру Доту 2. Не будем о Доте, ты ничего не знаешь. Двойка там неспроста. Все это лишь части одного плана. Все эти продолжения. Вы ждете их. Зависите от них. Как наркоманы. Left 4 Dead 3. Portal 3. Или Half-Life 3. Что будет, если эти игры выйдут? Города накроет волна счастливого кипятка. Только подумай, работа и учеба, все это уйдет на второй план. А постоянные апгрейды компов? Так что я не чудовище. Я скорее спаситель. Где халва? А я уже поиграл. Рассказать, чем все закончится. За спойлеры так и надо. Ты не посмеешь. О, ну ты же рассказал мне концовку моей любимой игры. Это какой? Всегда фанател от Mass Effect'а с его возможностью выбора. И сегодня тебе тоже придется сделать выбор. Я подумаю. Кстати, у тебя осталось 5 минут, после чего ты наоборот будешь умолять меня рассказать сюжет халвы. Что? На мгновение я подумал, что тебе правда плевать на игры. Но то, как ты бросился за диском... Видишь, я ошибся. А Вальва знают, что ты тоже ждешь третью часть. Где халва? А еще в ней новый движок. Где халва? И ты должен знать еще кое-что важное. Вместе с Half-Life в коробке была еще пара ожидаемых игр. Бонусом шел портал. Третий, который даже не анонсировали. И ты только подумай, там еще и Left 4 Dead 3. Не волнуйся, я скажу, где они. Все. В этом весь смысл. Тебе придется выбрать. Игры в доме 250 по 52. А в Сисера на Авеню Икс. Харви Дент. За кем поедешь? Халва. Мы за Дентом.